манифестация себя в свет. Мой запрос на игру был, что для меня важно сейчас. В процессе игры у меня пришло 3 осознания. Осознание первое. Я обладаю силой и способностями для достижения моей цели. Осознание второе. Я часть целого. У меня есть помощь всегда, когда она необходима. И осознание третье. Я доверяю себе, и я делаю правильный выбор для себя. Отлично. Ура! Да, ура! Скажи, как тебе вообще игра? Что ты чувствуешь сейчас вот на выходе из игры? Данил, я, возможно, там скажу не то, но я ж манифестирую, поэтому я говорю то, что я доверяю себе. Я на 1000% до такой степени благодарна Вселенной, что я одна. Я просто... Я бы не раскрылась в прошлом времени, если бы их там было 5-6. Я понимаю, что это в какой-то степени эгоизм, но я это принимаю как такую огромную-огромную награду пространства. Мне очень понравилось. Я, ну, знаешь, хорошо, что я не участвовала нигде раньше, потому что мой первый опыт, ну, колоссально крутой. Я очень рада. У меня прекрасные ощущения внутри. У меня появилось... Знаешь, мы в процессе бытовой жизни и в процессе негативных моментов мы теряем вдохновение. И вот когда у тебя нет внутри вдохновения, никакие книги, никакие практики, никакие там работа над собой, она тебе не поможет. То есть пока ты не найдешь вот эту секунду этого вдохновения, когда вот как вирусом ты заразился, и все, и потом пошел раскручивать, и все, оно там уже на основу накладывается, да, вот основа вдохновения, и тогда у тебя и стимул, и желание, и внимание там какой-то новой информации новым друзьям. Поэтому у меня внутри процессе игры, вот она у меня начала, вдохновение у меня начало появляться после второго, на втором этапе. Вот на втором этапе я почувствовала опять вот здесь легкость. Я прям задалась вопросом, есть оно или нет. На третьем этапе я получила в третьей чакре прям вот прям такие маленькие укольчики, да, вот там пощупывание. Я поняла, да, спустилась, да, к центру спустилась, значит, я его где-то чувствую. Поэтому у меня только позитивное, только вот у меня внутренняя улыбка, внутреннее вдохновение. Не знаю, как это, какими делятся отзывами другие участники, но это то, что мне не хватало. У меня нет вдохновения. Потому что я, когда вдохновляюсь, я их, всех людей и соединяю, и выслушиваю, и придумываю методы, стратегии, способы, как их там объединить. Я там придумываю разного рода всякого. Там, стараюсь все для всех, знаешь, насыщать. Но когда у меня нет вдохновения, я изолируюсь, сажусь дома, я никого не вижу, никого не слышу, и сбрасываю все звонки. Вот так. Хорошо. Вот так. Я тебя тоже благодарю, что ты выбрала сегодня меня, выбрала эту игру вот в этот особенный день, 10-10. И я желаю тебе скорейшего реализации всех твоих самых истинных и настоящих желаний. И пусть это происходит для твоего наивысшего блага и наивысшего блага всех живых существ на Земле. Вот. Буду рад. Если мы еще раз встретимся, или, может быть, кому-то поделишься, и кто-то захочет тоже сыграть. Вот. Благодарю.